точно играет на Кокарева. Кокарев, Кокарев! Кокарев! Вот это браво! Задача максимум выполнена. В меньшинстве 4-1. Денис Кокарев забрасывает пятую шайбу в сегодняшнем матче и первую для «Динамо». Для Дениса Кокарева это уже 9-е точное попадание в этом чемпионате. А с этим мы его и поздравляем. Ну что ж, маленький лучик надежды блеснул для московского «Динамо». В меньшинстве вот так вот не получалось. 5-3, 5-4.